Здравствуйте, дорогие подписчики, с вами снова я, Лео Ди Каприо. Это не Сома, к сожалению, или к счастью, ну, кому как. Кто любит обсираться, тому к сожалению, кто не любит обсираться, тому к счастью. Так вот, сегодня мы поиграем в фифушку. В первый раз мы в нее играем, ну как, на стриме. Сегодня я, кстати, не один, сегодня со мной мой друг Некит. Здравствуйте. И сегодня мы решили начать карьеру за тренера. С кого мы будем играть? Так. Ну, не за топ-клуб, чтобы было интереснее подниматься из низов. Монако. Как тебе Монако? Возможно. Так, Монако. Можно, знаешь, какие? Young Boys, они такие хорошие. Люблю япоши. Не, давай за япоши. Да не. Подожди, а Япония здесь есть? Нет, вроде. Корея. Можно это... Бусан Ай Парк. Вот это слишком какая-то... Не, давай что-нибудь... Так здесь они все такие. Да не в Республике, не в Корее. Можно, пожалуйста. В России. Не, давай не в России. Не в Корее, не в России. Так. Чикаго. Нет, здесь можно это... Нью-Йорк, вот, Red Bulls. Или Galaxy давай, где там этот играет. Бекхэм. Чикаго. Он здесь играет? О, Динамо. Вот, Galaxy. По-моему, он должен здесь. Это Джерард. Да, Джерард. Перепутал. Джерард. Да. Ну чё? Ну... Трансферный бюджет у них, конечно, прям. Ну, в принципе-то, давай. Может, нет? Я тут подумал, может, не надо? Так, ладно, блин, он, если что, нам помогает, за кого играть. Да. Выбирайте тоже. Давай так. В Англии посмотрим. Во второй дивизион, может, выведем кого? Не. Ну, кого возможно вывести? Ну, Лестер здесь только мне можно вывести. Он уже в топе, подожди. Это... Дерби. Дерби. Ну, блин, нет, чё-то как-то... Ну, Фулхам улетел, чё-то, кстати. Халл-Сити. Да. Я люблю эту, кстати, команду. Да. Блин, нет, мы не про на одно и то же говорим, по-моему. Я а люблю кого ты эту. Любишь? Знаешь, ну я ее люблю, потому что карьеру за нее проходил на телефоне в игре одной. Так вот, Вест Хэм. А, Вест Хэм! Давай, го за нее. Да? Только нам будет очень сложно. О, здесь есть Пайет еще, Валенсия есть. Поем. Валенсия. В так, принципе, да, давай, все. Так, профи, любитель. На профи, каком? На профи, да, пускай. Длительность по 6. Терпимый... Подожди, может, финансовая строгость? Строгий... А, типа, терпимый самый лучший? Да. А, давай терпимый. Подожди, умеренный так. Умеренный. Терпимый. Я не понимаю, чем больше, тем лучше, я так понимаю, да? Да. Хорошо. Валюта. Евро ставим, да? Оставляем. Да. Загрузить последний свой текущий, наверное, да? Еврокубки в первом сезоне. Да, мы все равно не будем там. Да. Так, ПСЖ, Атлетико Мадрид. Ну давай я расскажу подписчикам, мы знаем, что там. ПСЖ, Атлетико Мадрид, Шахтер, Базель, Барселона, Арсенал, Олимпиакос, Монако, Бавария, Валенсия, Галатасарай, Лацио, Челси, Реал Мадрид, Аякс, Фенербахче, группа H, Зенит, М-Сити, Севилья, Вольсбург, Рома, Спортинг, Байер, ПСВ, Бенфика, Порто, Лион, Гент, Копенгаген, ой, какой Копенгаген, как ее называют эту команду? Боруссия, Менхенгладбах. Да, вот именно так, ЦСКА, Манчестер Юнайтед, Ювентус. А в Лиге Европы мы участвуем? Нет. Мы за кого там, я уже забыл? Вест Хэм, да. Нам вообще будет очень потно куда-то попасть. Нам будет очень потно не вылететь из... Да. Ну вот АПЛ там вообще жестко все. Да, потому что там вообще они ломают, кстати, часто. Там много травм у них. Но у нас есть Димитрий Пайе. Так, как будут назвать? Лео Ди Каприо? Да. Я оригинален. Гражданство. Откуда? Англия, наверное.
Ну давай из Англии. Рубашка и галстук, тренировочный. Давай в трениках будем. Да-да. В сером костюме тренинг. Нет, в синем, в синих трениках. И будем оливковые. Ну, бледный, наверное. Телосложение. Худощавое давай. Нормально, давай. Плотно. Худощавое пускай. Все. Это будет жестоко. Декабрио готов работать с Весхом. О, да. Нам надо закупить. У нас есть созданные игроки. Они такие на 80 играют, по-моему. Но они очень молодые. Нам надо быстро их забрать. Но мы вряд ли их сможем забрать, потому что у нас ну, мало денег. Можем. Денежек мало. Так они же бесплатно переходят. Ну, в смысле, зарплата? Вадь, пойдем на предсезонный? Да, пойдем. Да, пойдем. Так, ну, платят 7-800 здесь. Ну, смотри, по возможностям, если что, Гетафе здесь. Ну, здесь, здесь Испании больше, что-то смотри. Испания и Голландия. Ну, тут Гетафе, Андерлехт, Аякс, ПСВ, Сельта, Хоффенхайм, а вот ту команду, к сожалению, я не помню, Ницца вроде бы. Ну, в здесь, этом у нас... Здесь какие-то практически вообще неизвестные. Вот это, кстати, я не знаю, потом Роя Валикана, тоже да. Не знаю, Бетис, Сантьен, и вот эти две, я не знаю, Витязь или здесь кто-то. Здесь я там. Знаю Хановер, Казавта. Так, Хановер, да, Удинезе. И вот это вот последняя Кёльс. Команда. Вердер, КПР, и, к сожалению, не помню. Ну, так, давай в Германию, да. Наверное. Да, пойдем. Там тут денег. Штутгарт есть, да, тут. Денег принципе, больше. Тут, да и команда неплохие. Так, сейчас мы разберемся, что почем. Так, мы понимаем, что тренерский состав в этом году чемпионат премьер Германия для вас. Ну, это нам объясняют, по-моему, да? Да. Чисто. Так, задача на кубок страны. 1/8. Ну, неплохо. Это легко, мне кажется, будет. Да. Ну, относительно. Так, трансферный рынок. Ну, нам здесь сказали, не просто. Надо ничего. Нужен полузащитник. Окей. Фуреллом возьмем. Да. Первый скаутский отчет нам не нужен. Позвольте представиться. Пошел. Скауты. Ну-ка, ну-ка. Задача на сезон. Основным индикатором середина. Середине. Ну, неплохо. В принципе, середина таблицы это возможно. Да. Это не прям запредельно, но и не так уж и круто, так что мы можем даже оказаться в верхней половине середины. Не, ну а чё? Ладно, так, нам нужно вначале свободных агентов заберем, да, своих? Да. Так, у нас полузащитник Фурел. Белла? Я думал, Беллар. Кто знает. Да, кто смотрит в ВВЕ? Или у меня смотрят. Так, зарплатка его. 35, немного-немного, нормально. Только ну, надо да. Будет, наверное, ключевой поставим ему, пофигу. Ну, в принципе... Давай, как какой еще есть? Игрок ротации пусть. Ну, давай согласится, я думаю. Если не пойдет, то предложим что-нибудь покруче. Ну да. Так. Это все. Теперь нам нужен защитник наш. Растаскивает, да, который? Вряд ли мы его купим. Да, так он бесплатно может перейти. Ну, в смысле, зарплата? Сколько ему? Ну, 80. Не хватает. Ну, подожди. Хватает. 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 А, хорошо. Вот он будет ключевым у нас игроком. Да, естественно. 86 вообще рейтинг. Да, 86. И вратарь. Но вратарь у нас не такой топовый, конечно. Как... Ну, почему? Ну, не, ну, но не он! Он сын Вальдеса! Нет. Где он? Его надо искать, помнишь? Он что-то не хочет находиться. Ну, он глупенький. Бывает глупенький. Вот он, 25-летний Вальдес. Сколько он хочет? 140. 140 что? А сколько у него? 140. 140. Че, не берем? Он что так много просит, офигеть. Че, не будем брать или берем? Да давай возьмем, пусть. Надо вот так, блин. Здесь прям так мышку. Блин.
Блин, что это такое? Какой удобный поползок. Так, вот так, неплохо. Это самое, мне кажется, близко. Ну, возможно, возможно. Этот Вальдес нам еще. Мы его продадим, возможно. Ну да. Но остатки у него вроде как должны быть отличны вообще. Я надеюсь, он будет того стоить. Надеюсь, надеюсь. Ключевой игрок, естественно, будет, ну. Но ему 25 лет, это не так уж и много. В смысле, не так уж. Как бы в этом возрасте как раз-таки и начинает уже свою карьеру. Так, кто у нас? Давай поставим нашу тактику, наверное, любимую, да? Ну да. Это которая атакующая, да? Ложная девятка, точнее. Да. Так. Нет, подожди. Так стоит все. Состав. Давай посмотрим. Так, Валенсию. Подожди, у нас есть Валенсия, у нас есть Пайет, у нас есть Сакхо. Может... Так. Так, кто... Пайет точно подожди, мы кто оставляем. Подожди, кто в этом замене? Какой-то пацан маленький вообще. Молодые тут все, в принципе. Ну да, ну, кстати, это и хорошо, и плохо. Можно их сейчас по арендам подавать некоторых. Кэрла хорошо. Можно выпустить за место Сакхо. Кэрла? Да, иди Кэрл. Место Сакхо? Да-да-да. Окей. Сакхо. Так. Сакхо на Койот. Агбомна. Рейд. Дженкинсон. Адриан. Я думаю, го купим нашего любимого правого защитника. А я же все равно на правом. На правом же у нас. На правом? Да. А, тогда нормально, тогда все не надо. Можно Баркли. Нет. Вот это вот. А Бубби Боба. Мы его не купим. А, у нас же денег нет, у него забыл. У нас 28 лямов. Да, мы его не купим. Если вы разбираетесь, шарите, если напишите, вы знаете кого-нибудь. Мы пока будем играть. Первый. Так, тренировку давай. Отправим, наверное. А, 8, да. Смотри, не такие они молодые. Ну, нападающие. Но нападающие не такие. Нет, вот два молодых. Давай вот да, этого. Вот. Он более крутой, по-моему. Вот их можно по арендам затаскать сейчас. Окей, сейчас тогда я их на одну тренинку пущу. Так, вы их запомните, эти мордашки? Запомните. 51, 55, ну... Сейчас в аренду. О, 17-летний. Вот он будет, мне кажется, вообще тащер. Не знаю почему. Не, вот этот, мне кажется, может затащить нормально. Так, здесь вот этого оставляем и тренируем тогда. Да? Ну да. Кого еще? Давай вот этого. Не знаю. Пускай он. У него перехваты 66. Вы что, смеетесь? А кто он? Подожди, он защитник? Просто хлопаю, аплодирую вам стоя. Встану, подожди. Все, можно садиться. Господи, что с ним не так? Почему? Во, вот этого надо шпага, я не знаю. Шпага. Ладно, мы так тренируем. Привет, Архип. Привет. Архип? Архип. Нам написал привет. Привет. Архип? Архип, Архип. Архип. Архип, Архип. Здравствуйте. Так, Вест Хэм начинает сезон. Эльче. Звезда. Продан. Эй! Ой, в Миддлсброу, а вообще... Кто смотрел фильм «Хулиганы зеленой улицы», тот знает, что вообще Вест Хэм враждует с Миддлсброу. Кто враждует? Вест Хэм. С Миддлсброу. Ты в курсе, мы Диакабрио назвали? Лео Диакабрио. Не, ну круто, Диакабрио. Блин. Я сейчас переименую свой твич. Не, ну, Диакабрио. Скажи, круто звучит. Ну да. Акабрио. Диакабрио. О, да. Звучит. Не очень, но звучит. Принял. Вратарь принял. Отлично. Ну, хер ли он бы не принял за такую зарплату. Ну да. Мы в долги ушли. Да, там.
Я что-то нажал, у нас деньги будут воровать теперь. Бомжи какие. Да, я не знаю, что там. Воруют деньги. Кто классно, воруют. Нам что-то надо делать, да? Нет, они прибыли, все. Так, сборная уходит. Только Валенсия в Эквадор ушел, все. Игроки уходят в сборную, игрок уходит в сборную. Вместо него кого поставим? Сакхо, Зарат. Сакхо пусть. Зарат, ты слышишь? Кого-то он мне напоминает лицо. О, ну го Зарат тогда. Сарат, ага. Так, замену. Ли. Так, давай сейчас молодых раскидаем по фигням. Окей. Окей. По ренточкам. Так, сейчас мы тебя так в основу тогда поставим, наверное. Да. А этого взамен надо потом сунуть. Так, и... Нет, ты будешь у нас... На резерве сидеть. На резерв его сажаем, наверное. Да. Ну да, так. Пика. Отлично. Теперь в эти, в аренды их. Пика-пика, да. Танцуем. Ловлю в покебол, ловлю в покебол. Так, арендован уже есть. Так. А мы его на скамейку посадили. Чё? Он арендован на сезон, а мы его на скамейку посадили. Кто? Этого Дженкинсона. Да ладно, бля, пускай. Да-да, да, бесплатно же взяли. Шпагат. Нет, шпагат оставим. Или нет, да. Нет, 59. Да, пусть пока... Я просто не заметил. Так, пусть идет варианточку. У нас три вратаря, в принципе. За один нормально. Сезон. Так. Да. Так, ты уходишь. Так, сколько... Вот, пусть этот тоже идет. На два. Я на максимум, да, их отдаю, наверное. Да-да, на два пусть уходит. Этот тоже. На один. Этот. На один. Пейдж. Совпадение? Наверное. Сколько сейчас они в аренду уйдут просто? Я надеюсь, они подтянутся. Угу. Их такие лица у всех странные просто. Такие, как будто они, знаешь, М1, из М1 такие с разбитыми рожами уже пришли. Все, это последний, самый херовый. Остальные, наверное, вот такие идут. Ну да. Вот все. Ну ладно, пускай 59. Да-да, пусть. Ли, мать, окей. Он же ведущий топ-5 D5. Нормально, да. Он у нас будет шоу вести свое. Так, денег у нас нет. Все, шеф, можно просьбу? Марк Генри? Нет. Че мне рестлеров-то мерещится везде? Задолбали. Пейдж, Марк Генри. Ну, может, они меня преследуют? Так, здесь чё? Кто это такой? На коноплянку чем-то похож, не знаю. Лестер, чё Лестер? О, Лестер хочет принести Хесуса. Где Хесуса? Ой-ой-ой, Хонаса Джонаса. Все, ладно, бедняга. Погнали, да? Так, да. Удинез. Подожди, Удинез. У нас, видишь, какая штучка? Номер плохой. Давай, чтобы номер был. Да, погнали, чуваки. И лозим. Драт, у тебя, однако, да. Держи его за футболку. Лови его нахер. На, нах. Отлично. По ногам бей, по ногам. На. Однако мы косой. Стримим FIFA. Карьерка за West Ham United. А чё говорят? Да, там пишут, драт, у тебя. А, до свидания. Не. Ты что, дал? Тут написали, тут чатик вообще живой, я написал нет. Ну, и сказал нет. Он я умер. Напишу даже нет. Я он написал умер. Нет. Все нет. Ха. Нам гол забили, ну, спасибо. Ну, у Динеза мы должны сейчас дёрнуть. Динемрус? Какого Динемруса? И ВВЕ в душе. Я говорю, у Динеза мы должны выйти. Я думал, у Динемрус. ВВЕ в душе навеки, да? Вратарь придурок какой-то у нас. За 140 косарей. Смотри, как они встали ровно.
Все, погнали. Так, Фурал у нас на заменке, он будет выходить и ломать людей, да? Ну да, пусть. А вот он и защитник. Смотри, кто это бежит, это же кто это? Ой, ё. Это Абумиян. Абу-бабу. Ух, вот эта пушка страшная. Я уже думал, что гол. Вот это борода. Ты чё, мысли? Какой убогий, но прикольный. Да. Абу-би-боба. Так. Ой-ой. Не, но Вест Хэм, это, в принципе, хорошая команда. Смотри, какой здоровый нигер. Ты видел этого нигера? Да. Типичный такой среднячок, в принципе, в ВПЛ. Так, Энди Кэрролл. Какой передачу на Дмитрия поел. Ладно, хорошо, хорошо. Пое, наверное, главной звездой в этом составе будет. Ну, наравне, наверное, с Елозиным. Ну, нахер. Это сейчас было опасно. Так, дебют игроков, ну, пускай дебютируют. Да, всем насрать. Не будем мешать. Да, всем насрать. Так. Поскольку. Хорошо, Елозин тащит вообще. Когда ты любишь сам себя. Да-да-да. Еще это и есть и FIFA. Так, 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 смотри, я у Динеза атакую, аккуратно надо быть. Баду у них играет, Кане, Запата, Оз у них Запата играет. Может быть, это не тот, конечно, но Запата играет. У нас есть Абьянг. Абьянг тоже монстр. Абьянг. Коля и Пайет у нас есть, Пайе. Дмитрий Пайе. Передача на Энди Кэрролла, Энди Кэрролл догонит наша шпала. Кэрролл. Удар Кэрролла! Вот это было, кстати, классно. Ну ты попробуй. Че? Мы проходим карьеру. Это карьера за West Ham, за клуб. Карьера тренера. Это трудно. Там не только же играть, здесь же еще... И команду да. Усилять, там всякие контракты решать и такое. Трансферная аналитика, сезон, забота о сезоне. Тем более там некоторые баты играют похлеще, чем настоящие игроки. Нет, там просто бывает момент... Бывают моменты, когда я пропускаю. А еще бывает... Вот такие вот. Не, ну смотри. Вот, знаешь, он прям как в онлайне любит навешивать, просто обожает навешивать. Грин нанес себе на лицо. Так, на правый фланг туда давай. Вы знаете, что будем делать? Давай, все, мы должны тащить. Прорваться по этому флангу. Прорвались. Давай. Так, пробежал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Обманул. Ой! Это что такое? Это было пенальти, мне кажется. Вот это вот. Вот это вот разве в мяч было? Вот. Мне вот бесит еще, когда вот бот просто берет и чисто в ногу бьет, и судье пофигу вообще. Мне еще бесит, когда тиммейты тупят. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, аккуратно надо играть, так. Так, Абьянг, Елозин, ёшкин кот. Бах, мило раз. Я ненавижу, ненавижу просто никого. У них такие эти, на руках вот эти ободки, я думаю, что у них вся команда капитаны, блядь. Да-да-да-да-да. Есть такое. Так. Ой, хорош. Да. Я ему жопу в письку ударил, и все. Колян, ты чё? Какой Колян? Фамилия Кальяти. А. Ну, Кальян. Кальян. Кальян, не Кальян. О, это ж Бастиан Швайнштайгер и там переходит. Ну, это в реальности такие же трансферы. Уже давно были.
Да ты Вальдес, мячок. разгоняй. Люблю я, когда вратари атаки разгоняют. Погнали. Ну. Смотри, он. Ух! Ед, что такое? Вратарь такой обратно в ворота. И мне жалко, что ли? Покушение на вратаря, красную такое надо давать. И смотри, он не выходит в ворота, он стоит здесь. Ну, правильно делай. Сейчас еще сам штрафной подаст. Ну ладно. Ну, это покушение на вратаря. А если бы он его убил? Ах ты! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не Вот спать. ради таких моментов некоторые играют против ботов. Ну как против ботов? И против людей также играют. Здесь сам не суть то, что ты играешь. Сама суть здесь трансферная аналитика. Вот эти все задачи на Ну это сезон. ему так нравится, мне нравится играть. Их еще попробуй выиграть. Да мне, да, мне нравится трансферная Не, я чё, аналитика. я говорю. Он у меня такой менеджер, да? А я такой типа... Не хрустнули пальцы, блин, повезло. Давайте, чик-чик, забыли. Стерли память. Да. Так вот, о чем мы говорили. Что здесь играет не только, ну, продолжай. Они ничего не помнят. Так, и мы вас приветствуем на стриме, да, кто не понял. Да не, это они помнят, я сделал так, что они бы это все помнят. Они не Да, помнили они... последние 2 минуты. У, жесткий ты. Да куда ты влезешь? Он спасает мяч, когда мяч и так наш. Ну, в смысле, не от нас уходит. Мне это, кстати, тоже бесит достаточно часто. Просто они Кальятия. иногда берут и себе же хуже делают. Вот Дмитрий Пае. Дмитрий Пае может защитить. Можно вставить пенальти штрафной. Кальян! Удар. Вот это он ударил. По-моему, мы лишились одного игрока. И Вставай. это поед нельзя, он, блядь, Да. 20 лям До стоит. свидания. Охрененно просто. Спасибо. Всем спасибо Дмитрий за просмотр. Пае. Давай поставим Фурелла и на кого-нибудь поменяем. Ну, в смысле, вот здесь вот. Ну, давай. Или пускай там поиграет. Давай Силозина поменяем его местами. Да нет, все, пусть играет так. Давай. Его уже умирает, нахуй. Ладно, пускай. О! Ты видел, он прям по ноге пробежал. Он за другую так схватился. Он за одну держал, а там за другую. О, вот он, Форел, наш крутой чувак. Мяч нам надай. Понял, да? Сука. Мяч-то наш был, по-моему. Нет? Нет. Они меня сломали, в смысле, когда я был с мячом. Пидор. А, так, Тешейра. На шее рак. Не знаю, почему я его так назвал. Не-не-не-не-не-не-не. Опа! А? Зарплата! Куда ты бежишь, Вальдес? Он хотел уже убегать. Так, аккуратно, Обьянка. Нобле. Фурел, вот он, Фурел. Все, его сломали. Он, походу, перебрал после дебюта своего. Лава. Ворота полетел. Зачем забивать мяч, когда есть ты? На нахер! Что они творят, парни? Хорош. Кэрол просто Это убил Уилсон. Ибрагимович номер 2, ё-моё. У него тоже длинные волосы, он здоровый и всех убьет. Смотри, нигер какой маленький. Так, смотри, скоро первый тайм, конец. Ну да А нас вот беги. такие передачи вырезают. Ну и концовка, спасибо. Ну, конечно, Конечно. без пайта. Блин, главное, чтобы у него ничего серьезного не было. Ну, хотя бы, ну ладно, на недельку. Ну, знаешь, на предсезон выбыл, пока Да. сезон не начался. А дальше, блин, он нам нужен, в принципе. Ну, Фурел что-то не очень. Но он как бы у нас Костолом вообще, мы его брали. Он у нас был создан Костоломом просто. Опа. Видели, как интересно. На, еще тебе флажком по. До мизи. На самом деле, вот мы еще попутно карьер там проходим. Ну, в смысле? Давай! Эх, да! Это Ура-я-я! не та! Давай, можешь рассказывать все. За Зенит. Там вообще жесть происходит. Да, Мы один сезон. там такой накал страстей.
Там, ну там, конечно, борьба за первое место, но здесь будет борьба за то, чтобы остаться, мне кажется. Мы за первый сезон выиграли Лигу Чемпионов, Кубок и Лигу Российскую за Зенит. Эх ты, нихера! У нас в составе Агуэра, Абумиянг. Ну и Гуэра мы продаем, потому что он вообще никакущий. Он что-то не заиграл у нас вообще, это обидно было, В конечно. России Гуэра не заиграл за Зенит. Потом кто у нас? Родриго, Беллерин у нас есть. И Пантелеймон. Пантелеймон, да, шпала наша вообще. А и Баркли. Они вообще наши красавцы все. Да, вы бы видели, что у нас Абубияк, или как его там? Абубака, или как там? Абубака. Абубиба. Абубибака. Чубака, ёбан. Абубиян, чё? Абубибоба, Абуби-боба. да. Абубибоба. Я просто смеюсь, у меня вспомнил, я улыбаюсь и не могу сказать. Ай-яй-яй, подожди, подожди, опасный момент. Сейчас будет улыбаться их нигер. Нет. А! Получай! Вынима! Неплохо, неплохо, конечно. Блять, иди нахуй грим свой смой, блять. Запата, два забил, Блять, запата. что вы делаете? Угу. Понеслась, чё, херня. Давай, Вальдес, тащи. На тебя вся надежда, Вальдес. Эх, нихера! Че его Сломали, да? убивают? Сломали его? Вы смеетесь? Если вы его сломали, я вас убью. На, Ой, что это с дуан. ним? Что у него с головой? Че его сломали? Диван Запата. Так. Спасибо. Они сами себе жизнь усложняют. Так. Блин, мы у Динеза проиграем. Как так-то? Ну ладно. А там еще и этот Кёльн. Клён. Всем пофигу. Клён. Клён. У нас кто? У Динеза, Кёльн и еще какая-то крутая команда вроде бы. Штутгарт вроде бы. Ой-ой-ой. Нет. Абуби Бака. А, его нету. К сожалению. Мы бы сейчас хотели. Только он стоит много. Да. Мы его за сколько там? Он по асфальту зато проехал на тебе. Чтоб За неповадно 40... твоей жопе было. За 43. Да? Да. Ну, кажется. Так у нас бы не хватит. Хотел сказать, так у нас было. Нет, к сожалению. У нас было только 30. Надо было идти тогда в этот. Где-то там 50 лямов было, куда мы хотели еще. Galaxy, Да что мы ли? можем сейчас Елозина продать и все. У Не, нас не будем будет продавать. ближайший. Вот она! Вот это босс! Да. Уэ! Пенальти? Ну ладно. Спасибо. Мы можем Елозина продать, у нас будет ближайшее лет на А чё он с этого кидает? два С хватит. углового. Ну блин, ну, удобно так человеку. А! Ой, как Нигер же тупой! рядом! А, и наш еще, я думал. Нифига себе. Так этот нигер попал, что ли? Придурок. Меня бесят они. Давай быстрее бери мяч. Бомбящий стрим. На, Пока все нахер, вы чё? хорошо. Я не могу. Чё ты ждёшь, нигер? Ну блин, это FIFA. Притом я нажимал только одну кнопку — бежать. И не в какую-то, знаешь, типа сочетание двух клавиш, а одну именно. Пожалуйста, давай. Сука. Поход первого поражения. Ну ладно, это Ну, такой. карьера. Мы неправильно назвали свой аккаунт, вот нам и мстят. Да, все.
Может, давайте побыстрее там, нет? Нигер! Туда давай! Да не туда! Собака! Они кривоногие! Давай за зенит будем снимать. Да за зенит мы всех рвать будем. Нам надо, чтобы прям что-то на стриме крутое было. Проёбывается. Так. Да. Давай, нигер! Но это пока все равно предсезонка. По ногам бей! Тогда, хотя бы. Стой, надо... Блин, почему Фурал не бьет по ногам? Где он вообще? Я его не вижу. Придурок. Хрен какой. Снайпер? Пусть он только в атаке будет. Будь в центре, закрывай соперников. Прессинговать защиту. Вот так вот. Всех бить по ногам, прессинговать и быть в середине. Все. Тактика обезьяны готова. Ты давай, какая замена, давай быстро, какие анимации. Времени нету. Знаете, блин. Да блин. Два подката просто в молоко. Там мне судья видео застопил, судья. Да вообще все, желтая карточка. Под цвет футболочки. Не, по натуре меня судья застопил. Это я навряд ли бы что-то сделал, но он меня просто застопил. Фурел? Бери, погнали быстро. Кто это забил просто? Что это было? Кто вот это Фурел, забрался Фурел. Круто? Вот, забил прям Фурел. Браво. Ну, от жопы. Вынимай, сколько там от жопы дают? В 300 или где там? 15. Он такой, да, я забил. Хорош, Фурел. Ну, ничья, это гораздо лучше, чем поражение. И по ногам не успел, блин, ну ладно. Я помню, был момент, когда я за Халка бежал, но мне нарушили правила, я взял и сзади подкат ударил, прям на красную. Но они засчитали, потому что... Фурел, смотри, тебе руку пожал. Уф. Ну все, вы братья, наверное. Ты лучший игрок. Так, как сыграли? Кёльн. Клён. Кёльн выигрывает Штутгарт. Так, чё почём? Новости из региона Германия. Давай, чё там новости? Мюллер. Какие новости? 3 месяца! По-моему, на пипе. По-моему, мы... Да ну, нет. А мы во второй Бундеслиге или в первой? Или где мы вообще играем? В ВПЛ играем. Ой. А мы в ВПЛ, да? Да. Хаби Алонсо, слышь. Ты просто видишь, везде Германия, такой... Бля, пое. Как так? Как мы без него будем жить? Хаби Алонсо можно. 13 лямов всего. Ну, он старый, сколько ему лет? 33, да? Ну, сколько у нас денег? Блин, он что, подмигивает или у него кривая голова? Надо сохранить. Да. Декабрио. Там где? Нет, вообще-то. Диакабрио. Ну скажи же, интересно, да? Да. Креативно. Да, креативно. Не быть однообразным чмом просто, чтобы. Может, кого-нибудь купим? У нас сколько денег есть? Деньги. Я что хочу. У нас 22 ляма. Какого-нибудь молодого перспективного. Давай попробуем, как раз посмотрим по скаутам, что там из Германии. Что там есть? Так. 12-летница. Ну, мы, блядь, мы только что... Японец. О! Гитнер. Кто? Гитнер. Сколько он стоит? Гитнер? Вот этот вот. Сколько Давай он стоит? Давай посмотрим. Он бы нам подошел. Вот он нам нужен. ЦЗ? А вот форвард. Посмотрим. 19 лет? Ну, давай. Нет? Ну, ладно. О, подожди, Мастур! Мастур! Где? Вот этот? Мастур, да. Че, давай. Мастура я знаю, это очень перспективный человечек. Человечек. Ну, по остаткам видно. Ну, давай запросим. Ему 17 лет. Он почти как мы. Приколяю, он уже играет в Милане. Ему повезло.
Так, форвард, и кого нам поменять на кого? На Сахо? вот эту, да, Асахо? Сашка, Санька пусть выйдет. Абиян. Он такой черный, что я его не заметил. Ладно, Нет, я... шутки так нельзя. Да, я знаю. 4... 2... Два, 2 с да. половиной. Это Вот так вот. мастур. Да. Чё, берем? Ну да, если 2 че, 4... он... 2 400. Ну да, берем. Привет, мужик. У него такая прическа. А, да. Так, что там еще? Кого-то О. хотят забрать. Да, 55. пусть берут. А, иди нахуй. Давай, братан, Оп, удачи. зарплата. Эй. Удачи тебе, братан. Гинтер. Киндер. 15 лямов. Ну давай, может, Ну, по... подождем общее, Да, да, посмотрим. да, 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 да. Я только что хотел сказать. Ох-ох-ох. Кёль, наши соперники. Вообще, пот. Ага. Чё они не восстановились? Ну, чё, люди, что ли? Нормально все. Ну Давай ладно, тебя в что будет? полузащиту поставим. Давай. Давай номера поменяем некоторым. Их Фурел оставим тебе, давай не четвертый тогда дадим. А, шестерку хочешь? Да, Давай, ты будешь теперь шестерка. Понял? Это давай. шестерка. Обидно. Да нет, не в этом плане. Так, Вальдес, да двадцатку пускай. Остальные нормально. И давай попробуем тебя на правом фланге полузащиты. А вместо тебя правый защитник пойдет. Коллинз, давай. Нет, а мы же кого-то там у нас кто-то был на резерве. Крутой чувачок вроде был, уже сидел. Пика. В смысле? А, вот, Вот, Дженкинс. он. Он А такой. этого урода, подожди, которого мы сейчас только что, он тоже же хорош вроде бы. Хорош. Ниже которого. Да. Так он полузащитник, он нам сейчас не нужен. Ну, все равно надо. Что вдруг? Все равно надо. Так, играть. Мы теперь Сейчас в гости. Вот в такой давай. так скоро я чувствую, до нападающего дойдет елозит. Да-да-да. Ну, зато другие клубы будут просто не в понятках, что происходит. Ну Обожаю вот это, когда меня динамит. О, да. Холланд, Холланд. У меня на Как? фломастере написано Холланд. Это я. Так. Ох-ох-ох. На Велтинс-арене. Не, ну Кёльн может раскатать Вест Хэм. А Вест Хэм может раскатать Я не Кёльн. сомневаюсь. А вот прикинь, ты сейчас сыграешь на этой позиции, я тебя, может, правда, нападающий отправлю, кстати. Ну, Ну... смотря как ты поиграешь. Естественно. Ух, нихера! Вы что Не, ну по творите? мне, все-таки Вест Хэм это, конечно, крутой клуб. Именно по фильму. Вот кто знает фильм, тот... Я гол, который? Нет, А... гол это Ньюкасл. Да, гол от Ньюк. Тебя ударили жопы по яйцам. А это фильм «Хулиганы зеленой улицы». Там про Нет. как раз про болельщиков Вест Хэма. Нет, это я не видел. Конечно, есть наша вариация вот этого около футбола, но она мне, ну, в смысле, мне Ну больше это нравится. Россия, здесь все хуже. Мне больше нравится «Хулиган зеленой улицы». Или Ой-ой-ой. она первая, ну и и третья тоже. Вторая говно вообще, не смотрите вторую часть. Забудьте, как страшный сон, ее не существует. На, нахуй. На, неплохо, пенальти. Надеюсь, это он сам так криво ударил. Он сам в шоке. А, нет, нет. Тебе Так, идет черная давай. форма в контраст с твоими волосами. В контракт. Я уж думал, Рыжий лол. китаец, это очень экзотично. Отличается от всех парень. Джекинсон. Нобли. Это Спасибо. ж... Что? Что происходит? Они к мячу не бегут. Чего происходит? Они поддаются просто. Дают фору. Да, мы фору Ничего. даем. Вы... Вальдес, 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 Вальдес.
Ну и что ты умеешь на полузащите? Не, у нас, в принципе, есть два офигенных вратаря. Это Адрина и Вальдес. Которые могут, если что, ах, нихера! И ты мячик поймал и дальше побежал. Бам! 1-0. Вообще изи. Шестой номер просто. Бам! Вколотил. На! Ты встал такой, я дальше побежал. Да блин, ну просто вообще пофигу был. Это я не по Е, который на 3 месяца ушел. Да-да-да. Да блин, как так? Как мы без него теперь справляться-то будем? Ну, справляемся. Даже лучше, я бы сказал. Но блин, все равно АПЛ-то нам нужен, он... А, кстати. Оп. Героина, нет? Да не поднимай ты его, нахер он тебе нужен. Мы сейчас до скольки будем стримить? О, не знаю. До скольки получится. До 12, наверное. Наверное, может чуть позже. Как раз сыграем. Ну, может еще, ну, да, как раз будет. Мы, скорее всего, предсезонник сыграем весь за это время. Ну, это, блядь, точно сыграем весь предсезонник. Ах ты, пидор! Оооо, что за? Полегче можно? Свента бомба. Свентон бомба. Что это сейчас было? Как он зарядил свою пушечку? А он тройка, блядь, карлик нахуй какой-то, блядь. Смотри просто. Ошибка нелепая. Пас. Боже мой, ну это шикарно. Нам просто залетают неимоверные. Так, ты, на, иди забивай. На, иди забивай. Да чё такое? Судья, два сразу меня подсекают. Ударь их. Чё ты показываешь палец? Я китаец, мне можно, ебо. Я нихуя не вижу. Российские шуточки. Вы чё делаете? Либо они нахерачились, потому что у них новый тренер. Либо... Ну, судья, я не вижу смысла нахерачиваться. Судья вообще лыс. Да нет, он причесный, такой зализанный чувачок. Это Семенов. Не буду говорить, когда это что, не Семенов, да? Большая пасхалочка, да, ссылочка? Он здесь? Нет. Нет. Его нет. Вообще никого нет. Ну и чё? Кроме меня. Я просто играю. Эх, нихера! Клоузлайн получай, нехер. А чё, судья, можно было остановить? Вот это точно был штрафной. Боже мой, что они делают? Подожди. Посмотри на это блестящее просто. На неупоротые люди, блядь. Они просто врезались. На-на! Еще и по голове допнули. Давай обнимемся. Щу! Опна. О-о-о, хорошо. Хорошо. Но все равно атака Кёльна. Еще один! Хер там был. О, еще один рыжий китаец. Аккуратно! Все под контролем. Ну да, это как у Пантелеймона. Нет, он придурок. Почему? Он лучший игрок. Чет. Чё ты как не Абумиянг? Потому что Абуба... Он бог. Абуби, Маку, Ебуми. Блять, штраф. Вы серьезно? Я забыл, как его называют. Абубе. Абибоба. Абибоба, Абибоба. 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 Это хорошо. Там вратарь убил нашего защитника. Он ему кулаком в голову ударил. Ой-ой-ой.
Это было больно, я думаю. Вот прикиньте, такой чувак просто берет, прыгает и в голову кулаком бьет. Ну, Без блин, стоп. ну, это же На нахер. все-таки игровой момент. Это тоже был игровой момент, я нечаянно. Я просто подскользнулся. Ну, ты же играл, так что это игровой момент. Все, Спасибо. форвардов нету у нас. Судья, я тебя люблю. Спасибо, что ты со мной. Спасибо, что немного подслушиваешь, конечно. Все, ребят, Да, скорее. это был последний стрим по FIFA. Да, мы бомбанули уже, все, Да, хватит. все, нам хватит. Когда нужно будет выкинуть все эмоции, нам будет еще один замутить. Ай, беги. Ай, ой-ой-ой, что ты делаешь, ты ж нечего. Абибоба! Абу-би-боба-абу! Бабу хочу. Абибоба. Все, тихо-тихо-тихо. Я вас У меня играю, глаза тихо. закрываются сами по себе. Мне тоже. Я иду так, хоп, закрою глаза. Обвел. Надо мне, наверное, Это... за глаза закрыть, да и играть. Да. Блин, а давай? Давай. Сейчас доиграем вот это. Челлендж. Да. Челлендж. Фиферка. Закрытыми глазами. Фиферка. Фиферка. Челлендж фиферка. Челлендж слепой футбол. Ни ЛСП. хера себе! Что это было? Ты видел это? Да. Не будем это оставлять в нашу подборку. Да нет, я думаю, у нас все есть. Плечевой блок, блядь. Тудунно. Блин, капец, Ух. ребята. Ай. Почему Вест Хэм это не Зенит? Да. А Зенит это не Барселона? Да не, Зенит нормально. Он выиграл Да. Барселону. Да. Зенит Лигу Чемпионов выиграл, что вы хотите? Он выиграл Атлетико Мадрид, он выиграл Манчестер Сити, он выиграл Лацо в финале. А Лацо выиграл 3-1 Барселону и 2-1 Баварию. Да, ну это Лацо. Но мы по пенальти с ними вообще жестко Да, сыграли. 4-5 мы выиграли по пенальти. Волевая просто победа. Ну это Там челки. два промаха, это было просто настолько прям потно. Такого я не ожидал вообще никак увидеть. Что делать? Кривоногие. Кириешки. Не знаю, кто. Кирияки. Да ты придурок! Рыжий! Бесстыжий. Не, на этот турнир нам, конечно, насрать. Нам вообще ничего не светит. Нигде просто, отвечаю. Мы просрем все. Не, ну серединку нам нужна серединка. Не, на серединку. Нам нужна серединка. Копим денежки и покупаем игроков. На Месси, давай накопим. Давай насосем на Месси. 10 просто сезонов. И то Месси, наверное, не хватит. Блин, давай ты ударишь. Вот так вот. Банчика-чика-чика. Ой, гол, гол! Да, Да! я не видал. Смотри! Подожди. Что? Смотри! Что там было? Что это такое? Вот ты зеро! Красавчик Елозин просто убил, унизил, обоссал. Подожди, у Что меня это за бомбеж гол? начинается, подожди. Я говорю, что, давай ударим. Херакс! Просто. Чё ты изи не почувствовал? Елозин, я тебя в нападение перевожу, понял?
С Не, по натуре. ФЗС А нападать. хер ли у тебя такие удары убийственные просто? Да все, надо нападающего вообще из меня Не, по делать. натуре. Давай, форварда, как думаешь, поставить тебя? Как раз Да пока давай. тот, того нету. Да, Защита-то давай. полузащиты есть еще, а вот нападения вообще нет ничего. Блять, еще один нам. В девятку. Ты что, Нига? Не, ну пол, конечно, жесткий был. Да, господи, что это было? Капец. Это-то-то-то! Хе-хе-хе. Такого я не ожидал. Гол! Со штрафного! Я вообще штрафные не забиваю. Я в ворота не попадаю почти. Никогда. А это я взял? Сквозь стеночку? Ну это просто Халк и Елозин сравни. Сразу же понятно, кто лучше. Блин, это было что-то. За это, ребята, надо подписаться просто. Да. Еще один положи. Да ты Возможно. лонгшотер, Некит. Это все, Надо я ногу вообще. почесать. Смотри Я просто. буду Туй. тащить Вестхэм. Да, давай, Вестхэм. В тебя верят. Да, и кто фанат Вестхэм Юнайтед? Таких нету, наверное. Не, ну в смысле, Но кто мне нас она смотрит? нравится. Я не фанат, но нравится. Я тоже не фанат, но она мне прям впилась в душу именно по фильму. Чекай. Вынимай! Нет. Вынимай, нет. Можешь подождать. Так. О, Елозин. Здравствуй. Сам проходит. Бля. Дррр! Ну, тут. Я теперь бить буду просто с середины. Ну, блин, ну это удобно. Ну а чё, счет все равно позволяет. Ну, да. Ой-ой-ой, Свента. Свента, Ну как про... нахер, блин. Ой, пенальти. Поебал ему, хлопни пора. Все. Дженкинсон нахер вышел. Вышел, пенальти заработал. Фу, тише. Скорее всего, 2-2. Да. Тише. Еще не все. Еще не все. Куда ты идешь? У тебя лицо некрасиво. Отвернись нахер. Уйди Ты... отсюда. Фу. Фу, таким быть. Фу. Ты все из-за красного, вообще. Но тем не менее, мы не сдались. Да. Блин, он на моей ноге взял, наступил на нее и поскользнулся. Это вообще нормально? Так, Зарата Сакхо. Ну, его убил. Я не могу Блин, ничего. давай, Вест Хэм Юнайтед, чё не тащишь, тащи быстро, кто не затащит, тот живот. Акула. У того живот на пузе. Или как там? Живот на пузе. Вот, ты можешь растащить? Растащи, пожалуйста, Некий. Да, конечно. Я ж не Агуэр. Ты Абуби Боба. О, Абуби Боба. Вспомнил. Абуби Боба это Абуби Боба. Ух А ты, херё. я... Упал еще, да, красиво. Без контрацептива. Блин, не-не-не-не-не. Некит, иди сюда. Ой-ой-ой, Низоли сейчас будет бить. Низоли, давай, тащи. Отсюда давай. Да-да, в девятку дальнюю просто. Бам! Ух! Траектория была. Да, неплохо. Неплохая задумка. Низолин неплохо. Нига, Ой-ой. давай. Сахо. Саку! Ай, мог на просто на морально. Пенсионер. Так, Эктор. Эктор Мастер Свен. где? Эктор там у них. Потом Белярин пришел посмотреть. Мастур, блин, Мастур у нас будет классно. Мастур это хорошо.
Ну, здорово, это очень хорошо. Не надо. Это не то. Это игрок хороший, Мастур. Так. Проверка на пошлость. Ой-ой-ой. Ой, хорошо. Мы отбиваемся. Все в нападении. Какой так. Шедевральный гол со штрафного надо было стрим назвать. Ну блин, это стрим, я не знаю, не знаю, как он. Ну да, все. Я его сейчас переименую, наверное. В смысле? Не понял. Ух, Вальдес. Вальдес. Я всегда хочу сорать сейчас Пантелеймон. Пантелеймон, да. Есть такое. К сожалению, но это Вальдес. Может, и к счастью. Ладно, две ничьи, это неплохо. Фу, красный получи еще. Нет. Русская херня какая-то. Елозин умирает уже, не может. Ну, блин, надо. Это что это было? Он мне дал нос. Оп, на тебе, героину. А, глава. Там, блин, давайте, парни. Пускай вратарь выбежит у них. What бомбит? Да. Он вытащил просто такой. В упор ему спыра ударили. Есть идея. Погнал. Да чё это такое? What Давай посмотрим гол твой. А, это не то. Как ты забил? Давай его посмотрим. Штрафную. Давай. Просто такой бомб. Не спасается такое. Ну, это было, конечно, красиво, но, к сожалению, 3-2, и мы... У нас нет шансов, по-моему, выйти. А, нет, есть шанс. Я вру, у нас есть 5-1 кого-то расшатали. Вердер Ганновер расшатал. А, есть. Нет, у нас... Есть, да. Мы одна игра, да? Нам надо, чтобы... Они с нами играют, второе место с нами. Нам надо. Мы должны победить, да? Да, нам надо, чтобы Удинеза проиграла, а мы победили Штутгарт. И мы выходим. Так, у нас это последняя игра. По идее, да. То есть. Только победа. Да, но можно и поражение. Зачем нам этот турнир? Ну, деньги. Ну, со да. Сборными. Ты смеешься. Пике? Иди нахер, стопал. Ай, брат, удачи тебе. В клубе. Там мы его в какую-то херню отдали. На два матча? Почему? На два матча штрафовок. Ты понимаешь, у нас состава всего нету. Кэрол оштрафован. Остальные умирают. Этот сломался к чертям. Оскар Борг. Удачи, братан. О, он в этот... Он с одним пацаном тоже в одном клубе будет из нашего. Да? Вариантом этого. Будет пацана. С кем побазарить. Да. Кто это? Это Мастур. Мастур. Не бац, так. Хачим.
Хачи Масур. Хачи Масур. Блин, какая у него, блин. Вот это парень просто хороший. Есть идея. Как тебе такая идея скипнуть? Давай. Ты думаешь, сможем? Я не знаю. Ну, правое нападение, Форел можно. Или давай попробуем на тебя поставим. Да. А Форелла... Нет, вот этого поставим сюда. Да, давай. Блин. Пацаны, не подводите, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. У нас Валенсия в сборной. Да вообще он урод. Валенсия. Ну, умирает команда. Абубимпиуба. Абубибоба. Куда его хотят? Тоттенхэм. Абубибоба. Абубибоба и Интер. Эвертон. Минус Абубибоба, как так? Я остаюсь пьяный. Пьянарлик. Пьяный. Я остаюсь, я пьяный. Я пьяный. Ой, в этой. У тебя здесь волосы выражаются хорошо. Стой, руководство команды. Амплуа. Так, ближний штрафной. Ближний штрафной. Елозин. Дальний штрафной. Елозин. Пенальти. Ну ладно, пенальти пускай он, наверное, да. Давай. Да, у тебя пенальти на 68. Ты мимо ворот ударишь. Бум! Выше. Давай по ногам ему гаси. О, за них Гинчик играет. Бумчик? Да, Пашка играет. Опа, штанга. Лох. Ух. Ой, Вальде. Надеюсь, в игре он так же себя покажет. Да. Контратака, бля. Когда стримим до 12, ли? Да. Но! Яйца. Яйца, жоп, член. Все, нельзя так говорить. Ну, в смысле, яйца, куриные. Жопа. Там вынимай. Тоже... Что это такое? Алло! Я за не успел, я такой, опа, отвернулся и тут, опа, елозин, бам-бахнул. Как так-то? Смотри. Просто бам. А Бубибоба отдыхает просто. Спасибо, чё-то изи. Ребят, чё-то не чувствую, чё-то... Всё, короче, я разыграл тактику. Даю тебе пас, понял, да, и ты бежишь забивать. Как тебе? Чё, ребят, можно посложнее? Не-не-не, попозже, попозже. Давай, давай пройдем. На. Сейчас мы... Будет тебе посложнее. Когда в защите нету теперь никого. До свидания. Один-один. Блин, это матч сейчас похож на какой-то фильм больше. Все так это интенсивно, да? Да. Кто смотрел фильм «Коробка»? Хомячки, они живут в коробках. Мне понравился фильм «Коробка». Там вообще прям на эмоциях. Ну не как у нас за «Зенит». Ух. А помнишь, какой матч был? Мы выиграли 5-2, 5-3 что ли, или что, за «Барсу», по-моему. Помнишь? Еще говорили с «Ювентусом», по-моему. Угу. Да, помнишь, вот это тоже было классно. Ух, нихера! Клоузлайн. Нам нельзя. Ты в защите там просто бегаешь. Офсайд? Сука. Уже давно елозил с мячом, этот офсайд? Ты пас дай, пожалуйста. Хорош. Воу. Щита Пауэ. Да, согласен. Тише, тише, тише. Так, 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 так. Да ну нет.
Да ну не, это нереально. Не, это невозможно. Ой! Там вот девяточка Нифига. была. Это было близко, ладно. Ну, он, наверное, попоймал, но, блин, удар-то был. И Да. очень-очень-очень опасный. Для такого расстояния он даже очень опасный. Да Опаснее все. опасного. Для статистики пойдет. Для статистики это более чем. Блять, ты быстрее мяча бежишь, не надо. Молоко. Ну, На, по просто. жопе еще. Ты в него целился, да? Да. А Буби-Боба. Буби-бу-баби-бу-бу. Все, тихо-тихо-тихо, погнали, погнали. Контратака. Ну, попозже. Контратака. Попозже. На, нах. Вот такая тебе контратака. В ближнюю 9 просто. А где его? На. Можно потом Адриана поставить, попробовать. Может, Окей. он тащить будет жестко. Что Вальдес пока не оправдывает свои деньги. Елозин так прибежал. Давайте я вам помогу. Че он падает сам? Да Хорош, чувак. вообще. Хорош, чувак. Тише, тише, тише. Оп, спасибо. Ну, сюда вот. Пидорас. О, спасибо. Ну, блин, ну, спасибо. Гаси их, гаси их, ты можешь. Бомбей немножечко. У меня уже жопа горит. Ну, проиграем, так проиграем. Да-да, это ладно. Все, ну ты так не надо говорить, мы же все-таки Вест Хэм. Вот такой мы Вест Хэм. Ну, нам же не забили. А Вест Хэм это крепость, как бы, ну вот. У нас ворота крепкие, не сломали же. Нет, все, мы подтвердили, что мы Вест Хэм. Отскоки, отскоки. Ну и чё? От крепости тоже катапульты отскакивают. Ох, пидор. Понеслась, короче, понеслась, понеслась. Беги! Какой пас, беги, бля! Штрафной можно. По жопе, На. отлично. Даже неплохо. Ну, наказать надо, наказать же надо. Ну да. На, нахер не... Желтая, бам. Я думаю, это Месси пришел. Месси пришел, получил желтый, ушел. Блин, где Абуби Боба, когда он так ноги? Давай, все, копим на Абуби Боба. Я сейчас чихну. Я сейчас усну. Ладно, шучу, нет. Так. Я в шоке просто. Бум 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 Повезло, бум что бум сейчас бум поздно. Хорошо, что поздно начали стримить. Очень повезло. Я сейчас бомбанул. Ты знаешь, как я могу, что я могу сделать. Ну, блин, ну, да. Ай. Может, Елозина в центр, он на фланге вроде бы где-то, на. Да, он справа. Может, он бьет ворота? Блядь. У нас вообще ничего нет, у нас только нападение играет. И то не очень. Там только один Елозин пытается что-то замутить. И один да. чувак пытался замутить, который умер. Ну все, он придет мертво, отвечаю. Зомби! Эй! О! Ты вытащил, видел? Да. Хера! Никит, ты спас команду на угловой. Сейчас спасти команду. На нах, неплохо. Там наш, надеюсь, да? Да. Давай туда закидывай просто. Закидываем. Ух ты! Бух ты! Чего? Бух ты! Хорошо, хорошо. Ух ты, бух ты!
Там как... Чувак, ты видел, как... Подожди, вот. Я тебе хочу побыстро показать. Смотри вот на этого чувака вот, который сейчас наш за мечом полезет. Смотри. Он на жопе летит. Ба. Он, наверное, в шоке был. Ля под... Ля бока. Пацаны, нет. Да ну. Да ну, чё у них все залетает? Всё, я у меня бомбит уже. У меня уже жестко пригорает. Нельзя просто быстро забивать нахер. Нельзя. Мы все время, когда быстро забиваем, начинаем всирать потом. Да Да, почему? почему? Бомбит. Сейчас выйдем, нахер закончим стрим, и я пойду. Я сейчас так и сделаю, если давай 5-1 будет счет. Я Канал. выхожу нафиг вообще со скайпа, прям жестко. Давай ты бомбанешь еще напоследок. Быстро. Ну, блин, на эту тупость. Ну, нахер, хорош! Рать и не вставать, Да моя почему не чупак. ушел? Осел. Лох играть не умеет игры! Хорошо, блядь, пенальти, Нати, блядь. я Нет, тебе класс. дам. Вот ты там был. Просто изи пока. Угловой. Пока Я изи, думал, пока. лох. Пока изи. Давай, но Вальдес, ты играть будешь? Нет, спасибо, просто. Может, блин, он просто не хочет что-то делать, ему может скучно. Может, он... А может, он готовится? Может, он хочет показать, типа, я лох, да? Чтобы... Ну, по-любому же следят другие команды за выступлением. Естественно, Ну конечно. вот, ему хочет показать, что он лох. А на самом деле он тащер. Ну да, конечно. Долбоёб. Ты через него перешагнуть, что ли, не можешь, придурок? Так я ему и поверил, все, ясно. Давайте, пенальти, судья пидорас, урод, пацаны, шо Да в ну... жопу. Да все, я спать, сейчас Да пойду. нет, еще не 5-1, подожди. Еще, подожди, сейчас будет. Опа! Айдринг. Что за тупость надержать сегодня будет свет играть? Где? Идите нахер отсюда. Тише, 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 Все тише. я. Давай, давай я сейчас забью. Давай, вот. Блин, идите нахуй, что за бред? Блин. Почему я не могу в карьеру зайти? Почему меня берут в карьеру, где меня не тащим, нахер? Почему вот это не полетело в ворота? Не могу. Мне пригорает из-за несправедливости. Там было уже пенальти. Он просто взял в подкат упал. 5-1. А так, там был такой счет, так что это не позорно. Ты чё, бля, ну... Это еще не Да-да-да-да-да-да. 60-я минута, между прочим. Смотри, Еще разок, нет? бам! Ну ладно. Все, Чувак, иди ты спать. лучше. Нет, стой. Нахер FIFA удалять придется. Не, давай просто эту карьеру удалим. Да, все, только за Зенит играй. Только Зенит, только победа. Не, ну в этот слоган я верю. Особенно с Абуби Боба. Да, Бобби Боб. У нас, извините, вот мы как-нибудь вам покажем что-то. Давай просто зайдем, покажем, что на Да. чем. И можем Шальке сыграть, давай. Давай. За суперкубок. Да Ну, выходи штрафной. нахрен. Подожди, штрафной. Ты можешь. О, да. Ба. В 9 летело.
Капец. Если бы это залетело, я бы похер было бы на проигрыш. Тут отвечаю. Прикинь бы вот это такое просто плюшка залетела. Да все, выходи. Подожди, давай доиграем. Да давай продолжим карьеру, это же только предсезонник. И чё, не... А, нам нужна была только победа. Видно, не судьба, видно, не... Короче. Подожди, давай доиграем, посмотрим, что будет. Еще одна, нет? Не вторая разве? Да, в натуре. У нас карьера за Барселону, да, за Зенит. И Никита там нет, потому что, ну, создали мы его позже. И там просто все тащится. А все карьеры, которые мы создали позже Никита, они просираются. Да, Дерби, Лестер, Вест Хэм, потом еще какой-то клуб, я не помню. Не, мы уже только начинали, мы. Вест Хэм, мы, по-моему, в Рашке даже начинали. Да? Не-не-не. Может, это работает только на АПЛ? Надо в другой лиге начать. Все, я понял. Да, наверное. Как раз еще назвались не так. По-любому, твичская и ютубская карма. Надо же называться как в ютубе. Это же закон ютубера. Закон неписанный. Еще до исторических отлично, времен. Отлично, отлично. Я не знаю просто, как их просто... Эти бревна заставить играть. Я помню, как я про Зенит говорил. Беру свои слова обратно просто. Зенит вообще сейчас боги. Зенит по сравнению с ним не знаю кто. Зенит вообще, он сейчас топ-клуб у нас. Да, он у нас победил Лигу Чемпионов. За один сезон просто, блин, ворвался. Блестяще. Нигеры любят такие. Нет, такие эти Барса, такие Реал, Бавария думали. О, Зенит. И Лацио. Изи, да. И тут финал. Лацио, Зенит. Не, главное, знаешь, такое, Лацио это... просто 2-2 было. Мы проигрывали 2-1, и в дополнительном тайме за 2 минуты, что ли, до конца, да, забили? Да. За 2 минуты до конца мы забиваем гол. Да, не забивает знаешь, типа гол. Это... Барселона с Баварией разговаривают такие. Ох, чувствую, у нас с тобой конкуренция будет. И такой финал. Лацио, Зенит. Мне кажется, знаешь что? Это можно было фильм снять по этому матчу просто. 2-2. В самую последнюю минуту забивает, короче, Дани, капитан. Символич. Нихера себе! Вы видели, что он сотворил с игроком? Да что они делают? Ну, блин, ну, профессионал. Они просто профессионалы. Блядь. Они еще и врезаются просто. Блядь. Они еще не могут просто так взять и по ногам ударить. Нет. Не могут, я тебе говорю. Еще разок давайте забейте, оформите. Подожди. Да иди ты нахер. Ты отразил? Видно, не только мы такие кривоногие. Да. Подожди. Аут? 5-1. В жопу, просто. В жопу этот Вест Хэм. Пошли в немецкую лигу. Да и все, нет, хватит. Выйти, все. Пора спать. Нет, все. Ну да, зенитку. Русский тренер, кстати, Вольс мы еще тренируем. Он вышел под нашим выступлением в 1/4 финала. Так, о, лучшее выступление недели у нас. И Зенит у нас Агуэра.
Да ну, Символично, символично. Агуэра? Да ну, как так-то? Смотрите, Родриго, Абубибоба, Агуэра, Халк, Дани, Вицель, Кришта, Гарай, Смольников, Белерин, Пантелеймон. Ну, кто не понял, Абубибоба это Абумияр, да. Да. И мы еще вроде кого-то на примете держим. Я не помню. Ливсико мы хотели обратно закупить. А, да. Не, этот матч мы должны развить. У нас форма одинаковая. Газпром, Газпром. Мечты забываются, конечно. Нет, не домашний. Ваня, вот, дополнительно, кстати, прикольно. Нет, за Зенит мы должны выигрывать. У нас должен быть четверной. Ой, у них он Талар играет аккуратно. На, нахуй, аккуратно тебе. Еще, блядь, по ноге ёбну. Сука. Аккуратнее говоришь? Дебилы. Чё ты говорил про аккуратность там? Вот так вот, чуть не поймал. Давай прокомментируй этот. Давай. Подожди, нет, нельзя. Че? Не здороваться без этого. Сейчас составы все объявишь. Ох ты, боже мой. Он такой прозрачный, как... Зенит! Ой, Зенит! Зенит! Вот это круто, Зенит. Зенит! Абубибоба! 4 мяча в прошлом матче. Боже мой, Потер. Разнос. А здесь, по-моему, еще и у этого тоже сделали для этого. Для Шальки тоже там сделали такую херню. Вот она. Вот для Шальки теперь. Да. Состав Зенита: Пантелеймон, Белерин, Смольников, Гарай, Кришта, Вицель, Дани, Халк, Родриго, Абубибоба, Аубамьянг, то есть, и Агуэра. Так. И вот, вот он, кубок. Суперкубок. И состав Шальки. Циллер, Кайкара, Матип. Так. Хёведес, Каласинич, Хёгер, Гайс, Сэм, Дракстер, Десанто и Хуталар. Сейчас будут комментарии прям. Сейчас будет серьезный матч, потому что нельзя плашать просто в нем. Нельзя. И мы тогда выиграем 4 из 4 титулов. Просто 4 из 4. Чё-то изи, да-да. Всё, так, Матип, Сэм. Сэм с мячом. Кстати, Сэм довольно молодой, перспективный Сэм. Так. И аут. Я буду сейчас молчать, так что не бойтесь. Не бойтесь. Так, Аксель Вицель. Гарай. Смольников. Так, аккуратно пока играет. Зенит, Эктор, Белерин. Белерин. Агуэра. Агуэра. Как развернулся передача. Так, Хёведас. Кайкара. Хёгер. Смотрите, Кошальки начинает потихоньку. Сэм. Сэм как убрал. Сэм бежит по флангу. Сэм убрал крышу-то. Сэм. Подает. Но здесь неплохо играет. Аксель Вицель вроде бы так. Абубибоба. Аубамьянг. Аубамьянг. На скорости. Но здесь, конечно, догонит защитник. Шальки 0-4, так, Десанта, хорошо, Смольников, шикарно отобрал, Гарай, Дани, опасно, но Аубамьянг с мячом, опасно, Агуэра бежит, фланг его, ну, боже мой, Агуэра, ну, ты должен от такого убегать, Агуэра, сколько, 70, ну, ладно, нет, не 70, ладно, 45 все за миллион. Вот это был удар. АГР 45 миллионов. И Каласинич. Его купили за 60. Да. И Каласинич миллионов за 4, наверное, за 5. Так. Сэм. Сэм с мячом. Хорошо. Ой-ой-ой, боже мой, мяч сыграл сейчас. Игрок Зенита, это было странно. Я бы, наверное, назначил фол, хотя если бы толком не видел. А Аубамьянг потерял мяч. Так, Сэм. Для каждого важна эта победа, конечно. Естественно. Но мне кажется, все-таки для Шальки важнее.
Так, Криш это. Пас на Гойра, Гойра. Хорошо, Дракслер. Долбоёб. Так, боже мой, пока вроде на равных. Таких особых моментов-то нету. Так, Колосинич. Ой-ой-ой, подача! Удар штанга! Добивание мимо ворот, боже мой, вот он опасный момент пришел, вот. Вот он опасный момент, ну добивание, боже мой, как. В подкате было, и ну угол был очень острый. Чё, помосим, конечно. Так, горай, Кришета. Доминика Кришета, пас на Акселя, Вицеля, Вицель. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так. Ну, здесь Циллер, Циллер. Вбивает. Так, Хунтелар. Хунтелар, пас на Дракслера, Дракслер. Боже мой, Дракслер. Ну, здесь хорошо играет. Так, Беллерина, Агуэра. Ой, как поборолся, шикарно. Буби-боба с мячом. Я, ну здесь корпуса моего толкнул Хевидас, так, Дракслер. Дракслер молодой, тоже перспективный. Передача на Сэма, Сэм. И так, угловой, угловой, угловой. Это всегда опасно, но Пантелеймон, Шпала тут как тут. Да, он очень высокого роста, и поэтому это очень большой плюс, особенно угловых для него. Вроде бы 2 метра 3 сантиметра. 13, по-моему. А, нет, нет, 13. Нет. 3 вроде. 13-то ни хрена, это уже очень много. Не, у кого-то 13, блин, я где-то недавно читал. А, это Биг Кэс, Биг Кэс. Спасибо, Бие. Опять рестлинг тут. Так, Дракслер. Ой-ой-ой, Дракслер, но... Пока, в принципе... Я вам не Миллер, чтобы... Ой, нет. Равны. Я вам не Миллер, да? Что это было? Чтобы тащить. Кабуки Боба. Ух! Матип, пас на Хунтелара, Хунтелар, Карайка. Хунтелар. Но здесь... Он с Халков играет, нет? Да, должен. Пас на Гуэра, Гуэра. Отличный пас. Ну что это такое, Гуэра? Да, Халк. Играть играй. Будем, нет? Халк играет. Лосинич, Десанто. Гуэра вообще просто спи. Надо его сейчас поменять, блин. Сэм Гайс. Ух, нехило! Неплохо. Мой трюк, как что ты... взяли? Гайс, видео. Вот это там, кто там выпрыгнул так сильно-то? Дагуэр опять... Ну, нахуй. Всё. Чё вы творите, парнишки? Катара. Гайс. Пока все-таки Шальки получше смотрится, поуверенно, как себя ведет. Это просто реальнейший шанс был, но нет, нет, нет. Абуби Боба. Абуми Янг. Передача на Агуэра, Агуэра. Ой, на тоненького, но не доходит, естественно. Там Матип все-таки. Так, Сэм. Догонит ли? Блин, пока у ворот все-таки Зенита прям больше движения происходит. И это меня радует, в принципе, что движение хотя бы происходит.
Но Тагуэр нам бессмысленно показывает то, что он просто порит и порит, порит и порит. Так, и второй тайм. Мигель Дани. Сразу же его обокрали. Хорошо, Хонделар. Так, Вицель. Дани. Передача на Обумиянга. Обумиянг. Центр. Ай-яй-яй. Тиллер. Какой шикарный подкат. Ну как подкат? В руки он меня взял. И что это такое? Тянет. Время так. Тиллер. Так, и удар! Гол! Мигель Дани открывает счет в этом матче. Ну, прекрасно было. Это было круто. И вот Аубамеянг такой. Аубамеянг. Блин. Абуби-боба, ладно. Абуби-бобочка. Да. Он такие пасы вырезает у нас. Он и вырезает пасы, и забыкает пасы. Все, ладно. Не будем расслабляться, потому что... Да, Шальке это не тот соперник, где надо расслабляться. Вот выиграла бы Европейскую лигу, допустим, Аякс, тогда еще можно было, в принципе, ну, расслабиться. Мы на Лацио тоже хотели расслабиться, но тем не менее на пенальти вышли. Да. Так. Халк. Халк с мячом, но оп, здесь... Отлично. Кайкара запрессинговал, но мяч все равно Зенита. Так. Родриго. Вицель. Да, не опасно. Так, Гарай. Смольников. Бельдерин. Бельдерин с мячом. Эктор на Вицеля. Вицель. Передача на Кришта. Кришта. Увидел, увидел, как он увидел Родриго, но все, 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 все. Так, пока спокойно, спокойно играет Шальке. Ой-ой-ой, опасно. Так, 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 так. Шальке может разгонять свою атаку Хеведес. Ну ладно, так. Решает играть через защиту. Спокойненько. Циллер, Матип. Так, Циллер выносит. Здесь Кайкара, Кайкара. Передача на Десанта, Десанта. Ой, ой. Десанта. Это о, было жестоко. Хорошо. Помиянг. О, нет, нет. Так. Доминика Кришета. Доминика Кришета. Передача, но не успели, естественно. Родриго. А во втором тайме, конечно же, Зенит как-то больше. Заметен. Да. Кстати, да. И это довольно странно. Сейчас, может быть, Шальке. Подустали Лисица после первого тоже. Тайма прессинга. Ну, возможно, включится удар головой, но Пантелеймон тут как тут. Так, ну, потому что удар головой, не, ну, неважный получился, неважный. Честно говоря, так. Да, не, увидел Родриго, Родриго не догоняет. Здесь Кайкара. Гайс. Так, смотрите, ну, пока 1-0, и я думаю, что, ну, немного незаслуженно, в принципе. Мне кажется, 1-1 это самое то было бы. Да, да. Я там был. Десанто. Пас на Чопа Мотинга. Чопа Мотинг. Гайс. Удар. Что он, боже мой, что? Пантелеймон, аккуратно. Так. Так, 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 Шальки, смотрите-ка. Включились Шальки после опасного момента. Да-да-да, хорошо, Зенит. Халк. Вицель. Вицель с мячом. Увидел Родриго. Родриго. Ай-яй-яй. Так. Гайс. Кайкара. Гайс. В центр. Хёгер. Сэм. Сэм на фланге. Какую передачу вырезал на Чопа Мотинга? Чоп. Десанта. Десанта с мячом. Можно придумать. Да, придумывает передачу на Сэма. Но нет. Далековато. Далековато, конечно. Так. Ой-ой-ой, опасно, запрессинговали, но мяч все равно у Зенита. Так, Дани. Пас, Беллерин. Так, Беллерин нас, кстати, атаки практически всегда разгоняет.
Да. Я пас на Циллер, хорошо. Циллер пока играет. Остается чуть больше 10 минут, и это настораживает болельщиков Шальки и радует болельщиков Зенита, потому что 1-0 счет на табло. Блять, офсайд. Мяч-то я сыграл. Так. Конечно, меня не перестают радовать судьи, в кавычках. Ну, блин. Так. Белерин, Эктор Белерин. Эктор. Сейчас корпусом просто ушатали. Да, запрежимали так его. Фланте, Дракслер. Дракслер, аккуратно играем. Подача, удар. Пантелим, боже! Что? Вот это я не ожидал. Я думал, сейчас пропустит, но Пантелеймон тащит такие игры. Так, Агуэра. Вицель. Пас на Родриго. Родриго на скорости уходит. Просто должен на скорости уходить. Но нет. Так, Кайкара. Но Родриго, боже мой, на ловкости ушел. Так, Вицель. Так, смотрите-ка, время близится к концу. Нельзя, Зенит. Хорошо, Пантелеймон. Так, Белерин. Карай, Агуэра. Ой. Вот так вот можем. Ну да. Родриго. Дзюба. Да, надо вот так уж. И стой, и Баркли на Дани. Ну да. Всё. Вот, извинения, но вы сами все видели. Да, так, Хёгер. Гайс. Гарсия. Отлично. А Бобби Боба, пожалуйста. Бобби Боба, давай, а Бобби Боба. Пас на Дани. Так. Хорошо. Дани, давай. Дани, ты умираешь. Мы знаем все прекрасно, но ладно. Черный ладно, ноль минут. Ноль минут добавленного времени. Ноль. По-моему, это как... Ну это концовка 1-0. Зенит чемпион. Хорош. Зенит, красавец. Просто красавец. Криша там ахует, прям как я. Чё-то изи. Я сказал, что чё-то изи. Так, ну красавцы, а Бобби Боба лучший. Какой он вырезал на Дани просто. На Дани же он вырезал, да, по-моему? Да. И вот они. Ребятушки с титулом. А Гарайну, кстати, сегодня капитан. Не заслуженно. Так. Он уже, кстати, поднимает титул. Только да. Российской лиги. А Дани у нас поднимал титул Лиги Чемпионов. Да. Так. До Зенит. Белерин там танцует. Земля. Я тоже с ним. Ой-ой-ой. Вот они вообще звезды просто. Наверное, все в шоке просто. Просто все. Как так-то Лигу Чемпионов выиграть? Как так-то Лигу Суперкубок выиграть? Это как? Все просто в шоке. Там Барса просто медленно курит в сторонке. Знаете, что я хочу сказать? Что в Лиге Чемпионов очень сильно повезло, потому что мы все помним, что... Ну, как мы, я помню с Некитом, что потому что там два чувака из Лацио ударили по перекладине. Да. Но их вратарь вытащил один мяч, так что их вратарь заслуживал победу. Чисто их вратарь. Игроки его подвели. Боже мой, мужики, пацаны, девчонки и ребятишки. 4 титула! Два ляма заплатили. Мало. Джамшутами. Киафони отклоняет переход в Мордовию. Терри Грозный получает от игрока отказ. И Коди. О, Коди хуй.
Ну что ж, на этом, наверное, пора заканчивать все-таки наш стрим. Да, я думаю, да. Делаем сохраненочку нашу. Ну что ж, с вами был, как всегда, я, Лео Ди Каприо. FIFA 16. Удивительно. Возможно, кстати, будут продолжаться по ней стримы. Только или по другой команде, потому что... Ты слышишь самолет? Да. Сейчас. Ой, бомбардиры. Сразу видно, кто. А Амуби Баба. Ты еще слышишь? Да. Все, все, все. Ну что ж, это было FIFA 16. И если вам понравится, то... Вам понравится. Потому что я не знаю, как это проверить. Короче. Давай, если наберет один просмотр, это выйдет еще. Давай. Давай, давай два, все, два. Два просмотра. Если набирает этот стрим, то выходит... Следующий стрим. Ну как жестко, следующий стрим? Жестко. То я буду продолжать стримить FIFA 16. Скорее всего, будем карьеру и игрока, если захотите, и тренера. Все будет. Это будет. Это все будет. Да. Ну что ж, выиграли. Как там 4 титула, ты говорил, называется? Я говорил. Да, когда мы с тобой играли. Без записи. Да? Да. Там нет, мы выиграли Treble, а это сейчас еще мы выиграли уже это четвертый. А, Treble, а четвертый четверабл. Как мы выиграли, блин? Мы круче Барса. Все. Зенит это теперь новая Барс вообще в мире. Это самый лучший клуб, все. Да, короче, не забывайте, опять же, подписываться на все подряд, все, что есть снизу, и на Twitch, который. Twitch. Да. Ну что ж, опять же повторюсь, с вами был я, Лео Ди Каприо. На все подписывайтесь. Что ж, на этом нам пора прощаться. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.